храм. Сегодня 14 ноября 2022 года. Находимся в городе Сенкувиле. Расстояние где-то 3,5 километра. Взяли тук-тук за 3 доллара и продвигаемся по улице. Обзорная экскурсия по городу. Едем. Пришли в храм. Он действующий. Вот монахи. Вон какая лестница красивая. А слева кельи. Наверное, монашеские. Такие ну маленькие. А что? Почему? Вон хорошие, вон побеленные, все замечательно. Да, вон. Монахи лучше нас живут. Ну, вон тут лестница разрушена, вон беседка. Угу. О, смотри, какие тетеньки и дяденьки. Угу, правильно. Здорово. Лестница. Вот красиво. Угу. Лестница такая прикольненькая. С одной стороны мальчики стоят, с другой стороны девочки. Птички поют. Вон какая погода. Со змеями. Что-то строят, убирают, метут. Вон тут какой храм красивый. Ну, красивая территория. Красивая, красивая. Все такое отремонтированное, красивое. Ну, здесь еще ремонтируют. Вон подкрашивают. Молодцы какие. Птички с лампочками. Ну, там город. Возлежащий Будда. Угу. Много-много Будд. Женщины тоже могут быть Буддами, между прочим. Да. Когда достигнут просветления. Да. Ремонт. Да. Активный ремонт. Да, вот здесь люди работают. А здесь ступы с прахом заслуженных людей. Здесь проходят церемонии кремации. Так пишет интернет. Ну, есть у нас фишечка ходить по кладбищам. Кладбище. Но таких памятников мы нигде не видели. Ну и вообще-то мы на буддийском кладбище ни разу не были. Это первый раз. Особенно при монастыре. Ну, у нас же при церквях есть кладбище. Да. А там город, люди живут, машины ездят.
слева храм. Ну, вон забор делают. Такой вот красивый забор. Это мы с другой стороны храма вышли. Вот в такой цвет красят дома. Ну, вот здесь уже что-то построили стеклянненькое. А напротив опять стройка. Вечно. Не знаю, давно стоят. Город вечной стройки. Да. План по строительству они точно хотят выполнить. Ну, сказали, что к 2030 году здесь будет город. Сад. Сад. С казино, с инфраструктурой. Ну, дороги есть. Вообще широкие дороги, хорошие. Казино кое-какие. Кто работает, кто ремонтируется. Ну, вот там есть дома. Вон там домов много. Ну, а там опять недострой. И стройплощадки. Должен был быть интернациональный отель. Ну, казино, естественно. Ресторан. Вот такие вот номерочки красивые. И это все в долгострое. Огромное сооружение. Все уже заржавело. Да. Даже не знаю, когда это будет и будет ли вообще. Ну вот это казино работает. Машины одна другой круче стоят. Макашницы стоят. Людей подвозят. Здесь жизнь-то теплится. Дороги, конечно, сделали крутыми. Да. То есть планировалось здесь грандиозный город построить. Но опять недострой. А это мимо которого мы проходили? Да. Краны стоят, все стоит, движения нет. Вот пришли на этот, читай как. Пляж называется Кон Пуос Бич. Да. Вот туда придем. А вот там вот мост виден, который идет на остров. А там море. Отельчик стоит. Тоже признаков жизни не подает. А вот мост. Только по нему никто не ездит и не ходит. Ну, там есть отельчик. Ну, наверное, эти лодочки туда перевозят людей за какую-то денежку. Вон там дома. Лодочки. Закат. Golden Royale казино. Мы должны были через него, сквозь него пройти и прийти к пляжу. Ну, прохода нет, все проволокой закрыто. Отель не работает. Казино тоже. Ну, жалкое зрелище. А вот за забором резиденция короля Камбоджи. Нас туда не пустят. Не. Не звали. Не звали. И Марио Hotel and Resort. Не работает. А этот отель работает. Да, этот отель работает. Машин вообще нет. Езди не хочу вообще. Дороги широкие. Супер. Петухи тут пасутся. Главное, чтобы они были не агрессивными. Они, наверное, запросто в королевскую резиденцию-то могут прилететь. Может, это королевские петухи-то? Как-то он нехорошо на нас смотрит. Да ладно. Точно нехорошо смотрит. Пришли в торговый центр. Фури Таймс Сквер. Наверное, это он. Сейчас пойдем, перейдем, посмотрим. Ну, здесь бар и ресторан.
Бургер Кинг. Что тут еще есть? Что тут еще может быть? А, KFC. О, фонтан. Заправка. О, тут детки резвятся. Музыка играет, значит, работает. Ну, обычный торговый центр. Машины продают на первом этаже. Там где-то магазинчики. Еда. Ну, торговый центр как торговый центр. Людей нет. Ну, чай какой-то. Пока мы ходили, стало уже темно. Едем назад к нашему отелю. 5 километров. За 4 доллара. Вообще все подсвечивается красиво. Когда, конечно, все выстроится, тут будет здорово. Круговое движение с дельфинчиком. Не, не дельфин, рыба какая-то. Мы привыкли, что у нас там фонтан с дельфинами. А здесь какая-то другая рыба. Это, наверное, казино, то, которое работает с лестницей. Дороги супер, никаких пробок. Сняли там. Да, все, кончился. Вчера еще был, сегодня уже нет фестиваля.